В этом году в Новом Уренгое была зарегистрирована вспышка гепатита А. В связи с этим, по постановлению главного санитарного врача Ямала, во всех муниципалитетах округа проводится вакцинация работников дошкольных учреждений против гепатита А. Вакцинируются у нас все младшие воспитатели детских садов города и все сотрудники пищеблока, работники пищеблока, также детских садов города, в связи с тем, что они имеют прямой контакт с пищей, потому что гепатит А – это кишечная инфекция, передается, ну, образно говоря, болезнь грязных рук, передается либо через пищевые продукты, бывает, конечно, и через воду. Вот. И кроме того, согласно постановлению, данного постановления главного санитарного врача округа, подлежат вакцинации против гепатита А, еще и сотрудники водоочистных канализационных сооружений, то есть те, кто имеет прямое отношение с водой. Вакцинируются сотрудники Ямалкоммунэнерго и компании Роснефть-Пурнефтегаз. Также сделать прививку могут и продавцы продовольственных товаров. Пройти вакцинацию от гепатита А можно во взрослой поликлинике и в прививочном кабинете ежедневно с 8 до 17 часов. Перерыв на обед с 13 до 14 часов. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.